Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И в этой технической рубрике мы будем устанавливать мою любимую кофемашину. Как вы уже знаете, наверное, по нашим видео, кофе я люблю. И приволок даже сюда свою любимую машинку. Это нам как бы стоило достаточно много усилий. Но сейчас мы эту машинку будем на лодке устанавливать. На лодке достаточно ограниченное количество места, куда можно поставить кофемашину, тем более такую достаточно большую. У нас есть стол, на котором это единственная рабочая поверхность, которую мы можем использовать на лодке, если нужно там резать фрукты, там разделывать рыбу, мясо, неважно. А машинка занимает практически всю полезную площадь. Мы могли бы эту машинку поставить ближе к стене, вот таким вот образом, куда-то сюда, но здесь у нас есть морозильная камера, и если мы ставим сюда машинку, соответственно, морозилкой пользоваться мы не можем. То есть нам нужно сделать следующее: изобрести какую-то смарт-поверхность, чтобы мы могли машинку перемещать с ее рабочего положения в состояние, в котором она будет находиться постоянно, и при этом иметь возможность использовать морозильную камеру. Так как на этой лодке есть достаточно большое количество конвертируемых поверхностей, вот увидите, ездит стол, сзади стоят такие рейлы, по которым этот стол перемещается. Мы решили сделать что-то вот в таком плане, и сейчас мы приехали на Мартынику, и здесь достаточно хорошо развит сервис, и мы можем купить различные предметы. Мы ходили в магазин, который называется Месье Бриколаж. Это большой строительный супермаркет. И нашли в нем вот такие вот прикольные штуки. Вообще, это полозья, по которым ездят шкафчики. Они все отличаются по размеру. Ту, которую купили мы, вот эту, у нее 40 миллиметров, или даже чуть 45. Больше, 45 миллиметров высоты, и выдерживает она нагрузку порядка 30 килограмм. Машинка весит до 10 килограмм, а вот эти рейлы будут выдерживать нагрузку, которая будет значительно выше. Единственный минус, который у нас есть, если мы эти рейлы поставим вот сюда, то под них будет набиваться грязь и прочее, то, что нас не устраивает. Поэтому мы ее будем устанавливать в то место, в котором грязь не собирается. То есть, скорее всего, вот сюда. Здесь у нас чуть-чуть ниже поверхность бортика. Вот увидите. Но мне на это, если честно, глубоко начхать. Но вторая поверхность, которая находится с обратной стороны, она полностью по высоте. Если мы поставим сюда эти рейлы, то получится у нас следующее. Итак, нам нужно выставить вариант парковочный. Это то, в каком варианте машинка у нас будет стоять на столе. И этот же вариант будет иметь крепеж, потому что, вы знаете, лодку болтает, да, и нужно закрепить так, чтобы эта 10-килограммовая машинка не упала на переходе никому на голову, если мы будем идти под большим креном. Шкафчики. То есть машинка должна будет стоять максимально близко к шкафчикам. Это где-то вот такое положение, то есть сам рейл будет где-то на точке, вот на стыке. Все, и сейчас мы крепим этот рейл, и потом сделаем полочку под машинку, и на эту полочку мы ее поставим. Можно закрепить данную полку, просто засверлить в торцы, а потом прикрутить обратную часть. Но мы сделаем небольшую полочку для того, чтобы вся конструкция была достаточно мобильна. То есть, вот мы берем, отмерили уже, вот видите, такую длину алюминиевого уголка. Мы его сейчас отрезаем. Мы купили такое вот полотно для ножовки, и этим полотном уже нарезали все деревяшки, которые нам необходимы. То есть сам процесс я показывать не буду, тут как бы все просто: отмерил, порезал, и у нас есть полозья, которые мы уже приготовили, уголки. Ну, полозья для самого основания, и теперь мы будем это все
сейчас в кучу собирать. Собрали полку, полка будет вот такая, с двумя бортиками с двух сторон. И вот это все будет вот так вот ездить на полозьях. Все, что нам осталось, это взять отвертку и просто это все скрутить вместе и прикрутить, ну, и в общем испытание. Так, вот у нас получилась такая эстетическая конструкция, эстетичная. Вот. И сейчас она становится аккурат в аккурат туда, где ей место быть. Вот так вот она стала. Мы ее сейчас закрепим, и вот так вот она будет ездить. А осталось. Ну, сейчас я ее закреплю, потому что она еще не закреплена. Вот так вот конструкция уже ездит. Единственное, что ее сейчас вот сюда прикручиваю. Что ты делаешь? Закручиваю саморез. Саморез. Да шуруп. Сейчас, подожди, еще секундочку, я... Очень важно не просверлить насквозь эту планку, потому что будет с обратной стороны очень неэстетичная штука. Так. Еще. Чуть-чуть. И мы готовы. Последний шуруп прижимает эти две планки. Так, теперь мы сверлили, убираем пылесосом. Ну что, вы готовы к первому испытанию? Итак, пробуем. Оля! Работает! Йо-хо! И вот здесь будет стоять кофемашина. В этом случае у нас открывается холодильник. В этом случае у нас кофемашина стоит здесь, и холодильник у нас закрыт. Испытание. Испытание. Так. Вот. Кофемашина готова. Как оно ездит вместе с ней? Отлично! Эти уголки выдерживают нагрузку в 35 килограмм. Или что-то такое. Да, заявлено. Но заявлено, да. Но мы взяли с запасом, поэтому, да, я думаю, что все в порядке. Теперь, оп, с машинкой. Шикарно. Смарт-поверхность. Мечта домохозяина. Друзья, спасибо за то, что были с нами на нашем канале. И мы будем далее, продолжая нашу техническую рубрику, знакомить вас с особенностями быта на борту яхты. Оставайтесь с нами, не забывайте ставить лайк. До встречи!